Хотя российская артиллерия сейчас уже даже грешит тем, что наносит удары в глубине нашей обороны на 16, на 20 километров по складам, по районам сосредоточения. Ну вот в августе, во всяком случае, было 4 таких случая, когда они на глубину до 20 километров поражали цели на нашей территории. То есть третья линия обороны, они вели обстрелы. Це цікаво. С помощью тяжелой артиллерии калибра 152. А для чего? Ну, это показать, что они есть огневой контроль на всю глубину дальности артиллерии. Тобто, власне, тільки показати, да, от продемонструвати. Ну, тобто, да. Не стояло питання конкретно знищити там якісь ну, нет, об'єкти. Вопрос нанесения материального ущерба – это вопрос номер один. Чем практически на сегодняшний день они перемалывают нашу армию. Медленно и уверенно. Вот я